Новости. Откройте, пожалуйста, мы к вашим соседям. В Новый год без долгов. Общероссийский рейд с таким названием впервые стартовал в краевой столице. Судебные приставы в преддверии новогодних праздников навещают всех должников, проверяют их имущественное положение и побуждают граждан погасить задолженности. Массовое заключалось в том, что, конечно, в преддверии Нового года хотелось тоже немаловажно, так сказать, алименты под елочку. Вот. Начинаются уже репетиции у детей в садиках и как опять никогда, нужны возможности для детей, чтобы праздник все-таки обеспечить. Первый день акции в Ставрополе оказался результативным. Судебные приставы успели посетить 184 квартиры. Как результат, привлечение к административной и даже уголовной ответственности. Всего удалось взыскать 265 тысяч рублей. Трое доставлены в суд, привлечены к обязательным работам. Значит, совершено 14 арестов имущества должников. Это в виде бытовой техники и мебели по адресам должников. Но это те случаи, когда уже должники просто не исполняют свои обязательства и вынужден пристав это делать. Рейды будут проводиться в течение всего месяца. Управление Федеральной службы судебных приставов советует быть готовым к проверкам и вовремя погасить все задолженности. Тамара Гадомская и Никита Чуб, АТВ Ставрополь.